Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я являюсь представителем гагаузского народа, который бок о бок в мире и согласии со многими национальностями нашей страны жил на территории нашей Молдовы. Гагаузы всегда заявляли, что являются якорем молдавской государственности. Все мы любим нашу Молдову и хотим ее процветания без лжи, коррупции и лицемерия. Гагаузы по своей натуре очень добрые, работоспособные люди. Долгое время различные политики пользовались голосами гагаузского избирателя. Обещали нам процветание, но сразу после выборов забывали о своих обещаниях. И забивали тоже. Да. Я работаю примаром второй мандат. На основе нашей команды, которая была создана в городе Волконешты, мы постарались сделать все возможное для того, чтобы благоустроить и показать людям, что возможны перемены. И эти перемены должны быть в каждом городе. Благоустройство – это была первостепенная задача нашей команды. Мы сделали все возможное, чтобы модернизировать парки, тротуары, дороги, ремонт крыш в детских садах и многое-многое другое, что удалось нам изменить. Несправедливое распределение финансовых средств на уровне региона и страны в целом говорит о том, что эту власть надо менять. Скажите, пожалуйста, в каком государстве государственный бюджет утверждали, можно сказать, что за полночь? Такое произошло только у нас в Молдове. Эта коррумпированная власть распределяла финансовые средства по политической окраске. Многие из нас, примары, ощутили это на себе. И мы смело можем сказать, уважаемый председатель Ринат Георгиевич, что в блоке Рината Усатова собраны молодые, амбициозные люди, которые знают, как надо производить перемены. И эти перемены для нас очень важны. Дорогие друзья, я принял решение участвовать в избирательной кампании на досрочных парламентских выборах вместе с командой единомышленников, вместе с Ринатом Усатовым. Мы вместе сможем и хотим объединить все общество, в том числе и обращая внимание на Гагаузию. В 1994 году был принят закон об особо-правовом статусе Гагаузии, который в настоящее время не соблюдается в полном объеме. И мы приложим все усилия, чтобы не только этот закон, но все остальные законодательные акты, принятые ранее, соблюдались. Мы сделаем все возможное для того, чтобы искоренить коррупцию и преследование по политическим интересам инакомыслящих. В конечном итоге мы изменим жизнь к лучшему, где будут соблюдаться законы, что приведет к процветанию нашей Молдовы. И в завершении хочу сказать: Яшасын Молдова, Яшасын Гагаузия!